Привет! С вами канал «Хочу знать». И мы здесь для того, чтобы поднять вам настроение. Готовы? Тогда смотрите. В Китае есть лестница, ведущая к небу. Во время подъема по этой лестнице вам точно захочется присесть. Игроки в НБА – мастера синхронности. Они часто одновременно выполняют одни и те же движения. И происходит это настолько часто, что больше напоминает какую-то компьютерную игру, а не реальную жизнь. Такое удивительное зрелище. Белка-летяга приземлилась в руку девушки. Эти кадры сразу наводят на мысль о паранормальных явлениях. Но на самом деле это просто офисное кресло, которые разработаны так, что сами возвращаются в нужное место. Ведущая прогноза погоды сделала этот выпуск более интересным. Даже не знаю, что судья скажет по поводу одновременного падения этих игроков. В этот момент зрители и вратарь показали удивительную синхронность. Я уверен, что чайка усвоила урок. Водителю удалось спасти машину от внезапного появления тележки. Работники заменили обычные офисные стулья такими раскладными креслами. Мужчина спровоцировал аварию, когда пытался проехать на красный свет. К счастью, рядом был полицейский, и он разобрался с ситуацией. Если вы застряли в зыбучих песках, то нельзя терять ни минуты. Эта женщина решила показать, что делать, если вы окажетесь в такой ситуации. Семейная пара нашла миллион пенни во время уборки в доме покойного, но ни в одном банке их не захотели обменивать. Теперь они пытаются понять, что делать с этими монетками. Между водителями часто возникают конфликтные ситуации на дорогах, которые приводят их в ярость. Если когда-нибудь вы задумывались о том, как выглядят внутренности акулы, сейчас вы их увидите благодаря акуленку, который проглотил камеру. Полицейский из Чикаго оказался в нужном месте и в нужное время и спас собаку, которая упала в озеро Мичиган. Вот как выглядит стадион, на котором собралось 60 тысяч человек. Парень приехал на заправку, и его обслужили по высшему разряду. Если в вашем офисе висит камера видеонаблюдения, то однажды вам придется заплатить за все ошибки, что вы совершили. Давайте выразим благодарность компании McDonald's за эту идею. Отличный способ совместить приятное с полезным. Сжечь немного калорий и съесть еще один бургер. Если у вас есть кот, то он может заменить вам друзей, хотя котам не всегда нравится такого рода развлечения. Да, лень и впрямь двигатель прогресса. Кажется, стоило почитать отзывы о работах этого мастера, прежде чем набивать у него татуировку. Не знаю, как бы культурно мне это писать, но это однозначно «Партак». Это совершенно новый уровень пранков. Теперь им каждую ночь будут сниться кошмары. Иногда ракурс решает все. Собаки, конечно, очень милые, но им точно не место на свадебной съемке, особенно когда к ней тщательно подготовились. Благо цивилизации есть и в животном мире. Пандам очень понравились стол и стулья. Интересно, есть ли шанс вернуться в это место снова, если вместо монетки вы бросили в фонтан телефон? А вы бы нажали на эту кнопку? Я бы точно не удержался, чтобы не нажать. Как видите, оно того стоило. Успех каждого фокусника зависит от его верного и надежного помощника. Никто не может устоять перед классной песней. По нему точно плачет большая сцена. Это
Это, конечно, хороший контент для ТикТока, но думаю, что водители не оценили креативность этого подростка. Спать в самолете было явно большой ошибкой. Вот так всегда и бывает. Вы живете спокойной и размеренной жизнью, но кто-то обязательно преподнесет вам сюрприз. Вот как можно проверить качество мороженого. Если мужчины собираются без жен, то это никогда не заканчивается ничем хорошим. Но, по крайней мере, все повеселились. Не все были рождены, чтобы работать. Кто решил, что на мойках можно мыть только машины? Они вполне подходят и для лошадей. Как же я понимаю этого кота? Я тоже не люблю делиться сладостями. В прошлом люди говорили, что гимнастика никак ей не пригодится. Как же они ошибались? Я никогда раньше не видел настолько длинный язык. Если у вас нет праздничного настроения, то нужно создать его самим себе. У каждого из нас есть что-то, что другие люди тоже хотели бы иметь. И смешно, и грустно. Вот в чем главный недостаток прозрачных дверей. Заведите кота для ребенка, и он никогда не будет просить вас о братике или сестричке. Когда-то уже познал эту жизнь и, наконец, обрел спокойствие и умиротворение. Вот что происходит, когда покупаешь машину и начинаешь хвастаться своим приобретением. Но тут возникает одна проблемка. Ты так и не научился водить. Эта женщина пытается сделать все идеально, но жизнь решила посмеяться над ней. Тот случай, когда ты очень глупая. Катание на водных горках принесет уйму радости даже хищному крокодилу. Как вы видите, доставили посылку в целости и сохранности. Но что случилось с ней потом, это уже другая история. Думаете, что вас ничем не удивить? Эта девушка точно сможет. Даже ветер может отбивать ритм. У нас есть рабочий лайфхак для взвешивания багажа в аэропорту. Было бы здорово провернуть такое же с весами у себя дома. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и смотрите нас завтра. Пока!